Рыбакит, папа рисует. Давай, рисуем. Добрый день, ребята. Мы сегодня опять с Аркашей. Опять у нас Battle Game. Да. Представься. Аркадий меня зовут. Да, да, он любит играть и играет. Он выбрал три игры. Мы сейчас рисуем вторую игру. Я свою выбрал, а он свою. Давай, расскажи про свою игру. Моя игра называется «Танки онлайн». Это самая лучшая игра, которую не надо скачивать. Нет, ее не надо скачивать, и в нее можно играть без скачивания. В нее очень много народу играет. В нее просто заходишь, регистрируешься и играешь. Поэтому в нее очень легко играть, поэтому в нее играет очень много народу. Начинаем мы рисовать. Ты рисуешь «Танки онлайн», а я рисую «Танчики». 95-го года или 90-го года. Да, 90-го года. Танчики Дленди наши. Вот, в общем-то, рисуй свой танк. То у тебя танк называется как? Хаммер. А я свои танчики. Мне, конечно, труднее всего рисовать, потому что они такие старенькие, что... А вам труднее, да. Что их рисовать довольно сложно, чтобы было похоже. Но я очень постараюсь нарисовать похожие танчики Дленди. Чтобы у всех так ностальгия была. А ты? Мы, как всегда, воюем. У нас настоящая война. Опять война, что ли? Да, опять война. И я докажу, чем мои танчики лучше, чем твои танчики. Не докажете. Почему? А вот не докажете. Ага. Ты, я смотрю, уже с аргументами пришел. Да. Сегодня я не буду тебе поддаваться. А, то есть не будет? Нет, в этот раз а не вот буду. А вот такой вы хитрый. Да, в прошлый раз мы под это поначинали, а теперь мы по-настоящему уже. Battle так battle, тем более у нас... Моя игра называется Battle Tanks, кажется, или что-то в этом роде. Нет, уже не так называется. А как? А не так. Battle City называется. Да. Battle City. Ты думаешь, я забыл свою любимую игру название? Никогда. Я в нее вечерами играю каждый день. Она каждый день. Любимая? Да, вы что, это самая моя любимая игра, это Battle City. Пройти все картинки мне очень было трудно. Расскажи мне про свою игру, а я потом расскажу про свою. Вкратце, чем классна твоя игра? Потому что у нее хорошая графика. Да, но это мне сказать нечего. Ты уже победил, да? Нет, у меня графика, может, похуже, да, но... Она тоже интересная, там всякие танки, вообще, да, там графика плохая. Но на то время, когда она вышла, это была потрясающая графика. Там была птица, в нее можно было стрелять, в птицу. В какую птицу? О, видишь, ты даже не знаешь, что такое птица и орел. Нет, не знаю. Там была посередине карты такая задача всей игры, что посередине стоит орел такой, и надо его попасть. Вернее, не надо, надо его защитить, а они должны попасть. И, в общем, и надо убивать. Да, я в эту игру играла, она у меня до сих пор есть. Там, теперь только на твоей стороне. Вот, видишь, это мои фаны, они кричат в зале. Я тоже в такую игру. Вот, я тоже в нее играю. Ты тоже? Ах, ты тоже? Ты и мой папа играл, мама играл. Все играют в эту игру, это я супер. Все обожаю, а да. А ты говоришь, что я проиграю. Только я ее никак не мог пройти. А, потому что она сложная. Она кажется, что очень простая, но она сложная. А на мою игру... Да, там еще... Не перебивать, Аркадий. На мою игру уходят годы. Годы? Годы. Вот куда тратится все молодое время наших. Я уже нарисовал быстрый танк, теперь нарисую... Медленный танк. Жесть. У тебя нарисован быстрый, медленный. Что? Я некрасиво рисую. У тебя классно получается. Продолжай. Ты вообще нарисовал классный такой. Танк очень похож на то, что я вижу. Очень похоже. Так что вы согласитесь, если увидите, сразу скажете, да, это похоже. Так, это я еще я сейчас быстрый. А, это вот это у меня средний. Нет, это быстрый. Это медленный танк. А вот сейчас средний танк будет. Что-то мы прервали. Мы тебя прервали, ты не мог рассказать свою Аркаше, эту мысль дальше. Если она у тебя была после такой игры. Танки онлайн какая-то, что там в танке, что там. Вот танчики это, видишь, все играли. Классика. Папа играл, дедушка играл наверняка. Про дедушка играл. Про дедушка, если... Нет, тогда, наверное, не было еще Дэнди. Прабабушка его нарогоняла, говорит, хватит играть. Вот играешь, и шел бы мусор вынес. Да, сейчас вынесу. Ну, сейчас, бабушка. Вынесу мусор, я твой. Сейчас я сам мусор.
Бабуся! Выноси меня в помойку, я прекращу играть! Ты выкинул мою челюсть, дедушка! Сейчас я доиграю! Нет, я защищал птицу! А, такая бабуся птицу тогда! Я рисую, я как раз, давай, говори-ка! Смотрите, это тоже прикол! Я сделал доиграть, поменяю памперсы и пойду сразу кидывать! Про памперсы это шутка. Года. Да, это хорошая шутка, Кать, про памперсы. Памперсы это все, это, что это у нас. Вещи. Иногда на некоторые игры играешь, или в кино, например, идешь, явно хочется памперс купить, потому что 3 часа просидеть в кинотеатре трудно. Да. Мечтать прям, хорошо бы памперс взять. Прям памперс. Большую баночку Кока-Колы. Расскажи, что ты рисуешь? Рисую. Рисуешь один танк из своей игры? Да, это сочетание это не вулкан, я забыл. А, как же его называют? Армады? Викинг, корпус называется Викинг, а пушка называется, я не помню как. Каждая пушка у вас еще называется? Да, каждая пушка. Рельса. И каждый танк. Каждый танк тоже соединяется между собой, да, там развито что-то. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а вот еще расскажешь, там 3D у тебя игра же, правильно? Правильно. У меня игра далеко не 3D. Вообще не 3D. Даже, я думаю, не 2D, а какой-то 1D. 1D? 1D. Если 1D. Есть такое, то это 1D. У тебя просто сверху все видно. Да, все сверху, все 1D-шка. Ну, у нас тут еще можно менять этот как его называется? Танки. Спасибо. У нас будет меняться сам по себе. Можно менять, смотрите, ну как бы ты едешь на танке, можно смотреть как бы вперед, а можно так поднимать, как будто сверху все видно. Круто, правда? Ну, можно менять, да, я согласен. Это, ну, интересно, что 3D, а оно используется 3D. От второго лица. Ну, я понял, что можно от первого, от третьего лица там играть. Ну, хорошо, а чем-то она интереснее вообще, что это классная игра, онлайн не надо скачивать. Я думаю, это самое главное. Это да? Самое главное, ее не надо скачивать. War Thunder надо скачивать. Да? War Thunder? Да, это я тоже. Ну, это про танчики, сейчас столько игр про танчики. Это не только про танчики, это там про самолеты и про корабли. Но там классно, War Thunder это классно прям. Есть отдельно, конечно. Ты рекламируешь не ту игру, ты должен свою игру рекламировать. Не, вообще шикарная игра. Какая? Мне нравится. Какая? Танки онлайн. Танки онлайн. Ну ты докажи, что она тебе нравится. Вот покажи, что это супер игра. Потому что я в танки играл. Мои лучшие годы, прошли именно танки онлайн. Играешь два джойстика. Танки онлайн, а Battle City. Я путаю эти все названия. Танки, манки, тропотанки. Вот, и мы играли с друзьями. Ты с друзьями играешь? Да, конечно. А, ну это хорошо. Она же многопользовательская. Да. В нее только в России играется сколько же. Ну там заходишь, там, а там написано онлайн 999 игроков. Ну хорошо, а ты с друзья твои играют какие-то? Вот именно друзья? Все играют. Соседи, да, и вы вместе собираетесь там? Думаю, зачем нам собираться? Мы просто заходим на один и тот же сервер, на одну и ту же карту. Ну и да, вы вместе как бы играете на одной карте и помогаете друг другу, и деретесь между друг другом, да? Ну да, там есть такая функция, можно создавать кланы, а потом сражаться против других кланов. И вы в кланах играете? Да. Как ваш клан называется? Звери. Звери? Да. Танковые звери, ребята. Обходите их стороной. Давай раскрашивай свой танк. Нет, подождите, я еще не закончил улицу. Мне кажется, ты вообще супер. Я так глянул, прям супер. Такой нет, большой. Мне кажется, не супер, а наоборот. Нормально, все нормально. Я посмотрел, записывает ли наша камера. А то я часто записываю, а она прерывается, и потом все теряется, видео. Да, это вообще как-то обидно. Обидно бывает, да. Я все рисую квадратное, потому что все квадратное в этих танках. Мне приходится все квадратное да, рисовать. Да, это класс. Хорошо бы, если бы у меня листочек был в клеточку, да, вот как Никите нравится. Все в клеточку. Танки уже не те. Танки уже... В смысле? Это какая-то шутка? Нет, смотрите, 25 лет разница. Ну, мне кажется, особой разницы нету. Похожи такие квадратненькие танки с пушкой. И бабах, бабах, попал. Дальше, следующую играешь. Бабах, бабах, попал.
какие-то разваленные дома. Давай раскрашивай, а то мы не успеем рассказать еще, чем моя игра лучше твоей. Я же должен победить в этой. Почему? Пару. Потому что мне так нравится моя игра, я так люблю ее. Я бы всю жизнь бы играл в эту игру. Хотя нет, я недавно ее играл и потом думаю, что за дурацкая игра. Постоянно играешь в эти танки, бах-бах. А у вас там есть какие-нибудь пистолетики, призы, там, бонусы, когда берешь? Да, есть. Вот, мне нравилось, что ты ездишь такой, раз, взял пистолетик, у тебя такая двойная пушка. Потом взял два пистолетика, у тебя такая супер-пушка, которая... А если взял три пистолетика, кажется, там можно потом, стреляешь через всю карту, и все-все-все сносится. Одним выстрелом, и вода, и все... Не, вода не сносится. Все вода остальное... не сносится, да. Да, вода не сносится. Я как раз воду здесь нарисую. Вода не сносит, это проблема, да. Вода вообще скользкая. Я даже не знаю, что. А, нет, лед там. Да нет, это вода такая, нам еще да, такие квадратики, да, белые, да, такие. Да, да. Я сейчас нарисую еще синеньким. Давай раскрашивай, скажи, что такое. Думаешь, каким, каким цветом? Да. Бери черный, не ошибешься, все черное. А я вот воду нарисовал, еще какие там есть, еще какие-то квадратики. Там была трава, я сейчас буду нарисовать траву еще. Здесь такой у меня будет белый один танк. Я тебе скажу, что вот, может быть, те танки Battle City вышли давно, конечно, но они настолько были интересны тем, что там очень продвинутый геймплей был. Тем, что там много всего происходило. Не просто так вот, там какие-то бонусы выпадали, командная игра, один защищает, другой нападает, нужно было. И да. Если вот, очень интересно было, и там классно. Много всяких препятствий было, которых можно обходить, разные, на разных картах по-разному себя веду, да, и так далее. Но я понял, что у вас очень похожие, да, игры? У нас. Ну вот, ваша игра, она похожа на эту же игру, на отчасти. Да, я понял. И там тоже бонусы, да? Какие бонусы? Есть, супер, ну, там бонусы есть. Усиление. Усиление брони? Нет, усиление выстрела. Как бы она тебе дает силу X2. Во-во, как у нас, да, пистолет. Потом пистолетик. Есть ускорение. Ускорение, да, там была какая-то тоже ускорение, типа быстро двигаться. Ускорение, потом восстановление сил, всей их жизни. А там не было, там попал и умер, все. А, ну там было, когда броню можно было взять. Ну у вас еще, я помню, такая лопата есть, там типа эта защита, вот эта вокруг да, была, да, железная. Да, лопата становится. Была, точно, значит, лопата мне нравилась, да. Но если противники берут по лопату, то... У тебя никакой лопаты не становится, и все это, ты, твоя птица голая стоит, представляешь? А я как играю, у меня не было ни разу, что противники могли что-то брать. А вот была такая игра, вот по-настоящему она сложная становится, когда противники могут взять те же самые... Сильнее, что и ты. Да, они берут супермощность, например, там кораблик плывут, потом супермощность берут, потом они могут взять бомбу, там есть бомба, ты знаешь? Нет. Там есть такая часовая бомба, когда ты ее берешь, противники взрываются все. Ну их, например, их 20 выходит, например, 10 штук, да, и ты не успеваешь брать, берешь бомбу, она мигает, и они все взрываются. Или часовую бомбу, когда они застывают на месте. Круто. Так вот, если они возьмут, то ты или взорвешься, или застынешь, ну, какую-то, смотря, они возьмут. И, в принципе, это было мне не нравится. Интереснее стало играть, потому что сложно. Они берут и становятся сильные противники, там броню себе берут, вот я уже. Я взял свою любимую краску. Ты красную взял? Нет, как бы там раскраски есть. Но там в этой игре еще есть краски, они разные, и они дают усиление от разных вещей. То есть, например, есть пушка Гром, есть пушка Молот. Вот, кстати, я вспомнил название своей пушки, Молот называется. Берешь, покупаешь краску, она тебя защищает 20% от молота и 30% от грома. Вот. И есть разные краски. Одна защищает от рельса, другая защищает от молота грома, другая от рикошета. Тоже развитые вот эти всякие бонусы, да, у тебя? Ну это не бонусы, это надо покупать, это копить деньги. Плюс есть разные звания. Звание, с каждым новым званием открывается либо апгрейд пушки, либо новая пушка, либо апгрейд корпуса, либо новый корпус, либо новая краска, либо новый комплект. А в игре какой-нибудь взять что-нибудь там, выпадает какой-нибудь там, не знаю, ящичек с боепропасами? Нет, там он выпадает с одним там каким-либо усилением, и есть такой, игровая валюта, это кристаллы. Так вот, есть такой ящик, называют его все голды.
Это золотой ящик. Так. И в нем 1000 кристаллов. Представляете, 1000 кристаллов на халяву, если ты его поймал. Я еще помню, когда у меня всегда такое ощущение, у меня сейчас сердце выпрыгнет из груди, когда это в бою, ну, он очень редко выпадает, когда в бою пишут, это скоро будет сброшен золотой ящик, и у меня прям сердце скачет. А ты брал когда-нибудь золотой ящик? Раз пять. Раз пять у тебя сердце выпадало? Ты, наверное, очень плохо себя чувствуешь. Выиграть такую игру. Ну, да, когда убивают твою птицу. Такая у тебя коричневая земля. Понятно. Даже не знаю, кто выиграл. Все фанаты за мою игру. Но то, что твоя игра развита, это тоже понятно. И довольно продуманная. Что так тебе еще надо? Победить придется мне. Вот, блин. Что? Придется мне победить, да. Что купить? Победить. А, да. Ну, может быть, ты победишь, да. Но, может быть, еще нет. Давай заканчивай. Я уже закончил свои квадратные танки. Ну, все, что мог, нарисовал, что не нарисуешь. Я, конечно, мог 3D танки нарисовать, но тогда твоя реклама твоей солнце игры была. Солнце светит. Давай, я уже закончил. Давай, солнце светит. Солнце светит. И супер танки. И еще раз обратимся к ребятам и родителям, я понимаю. Да? По поводу. Давайте играть детям почаще, а то скучно играть. Давайте запрещайте побольше Дэнди, играть. Да ни при чем вот это. Давайте играть в олдскульные игры, покупайте Дэнди детям. Хотя не покупайте, они такие сложные игры, что дети начнут нервничать, бить джойстики об пол. Буду так что не надо этого делать. Давай, да. Встань. Нет, стойте. Еще что-то. Желтыми. Мы же подходим к концу и сейчас. Я вот чувствую, хотим. Что мы уже подходим к концу. Да. Ну ты так скажи, обращение свое скажи. Итак, ребятам, которые хотят, думают выбрать, какую игру бы поиграть, вот старую или новую. Не обращайте внимание на красоту исполнения, обращайте внимание на смысл. Правильно, играйте в Battle City, там никакой красоты, да? Там один смысл, да, а у тебя же 3D, ты скажи, классная графика. Да, классная графика, классные возможности в игре. И классную можно очень с многими игроками познакомиться, поиграть. Можно создавать клан, можно объединяться, дружить, заводить врагов себе. Куча возможностей. Куча возможностей. Идите, играйте на детскую площадку. Там куча возможностей завалить врагов и подружиться. Спокойно. Все, пока. Рыба-кит, папа рисует. Подписывайся на канал, жди следующих выпусков и рисуй с нами.